Проверка автомобильный подзарядник. Как он сможет завести? Вот мотор у нас VVTi 2,5 объем. Автомобиль Газель. Установили вот такой мотор. Вот сейчас попробуем напрямую откинуть одну клейму. Включаем его. Зарядка полная. Включаем. Откинем минусовую клейму. Подцепим сюда. Минус. Плюс накинем. Вот, сработало. Попробуем завести. Заведется или нет без аккумулятора. Вставляем, смотрим, табло загорелось, все. А крутить не крутит, вообще не крутит. Попробуем сейчас завести этот аккумулятор. На улице где-то сейчас минус 10 градусов. Пробуем от аккумулятора завести. От аккумулятора завелась. В общем, вот этот powerbank, телефон Samsung 3000 ампер-часов заряжает всего два раза. У него вот есть такая штука, это разбивать стекло машинное. Здесь вот есть, чтобы ремень резать ножик в случае аварии. Вот как бы штука такая, можно сказать, бесполезная. Есть у нее тут фонарик, есть. Фонарик неплохо светит. Сейчас включу его. Два раза нажимаю, вот такая как ментовская сигналка появляется. Вот, а если нажать и держать, то загорается такой фонарик. Ну вот как бы он светит. Вот ментовская сигналка. Вот такой чудо-прибор.